короче, еще один ролик посмотрела. Помните, вчера я выложила ролик, короче, чувак говорит, сыну день рождения, заплакала, потом через 3 дня его не стало. Он поздравил сына с днем рождения и его убили через 3 дня. Вот сейчас еще один отец умер, 4 детей. Жена ему на... его, короче, один день провоевал, один день. Жена ему послала валентинку, было 14 февраля, послала валентинку, и он уже не ответил. Представляете, не успел жену поздравить 14 февраля. Кто же тебя будет ее поздравлять? Что хочу сказать, вот скажите, вот все вот женщины, которые даете своих мужей, вот все вы, это ж какие же вы эти извращенки, не знаю, ну реально извращенки. Кто вас вот дергает, вот что вот вам мужья сделали такого, чтобы вы их таким ужасным, ну лучше бы развелись.